Подозреваемые в убийстве 8 человек в Макеевке задержаны, они сознали в совершенном преступлении. Мотивом стало ограбление. Как следует из показаний задержанных, из дома похитили 60 тысяч рублей и угнали автомобиль «Шкода». В преступную группу входила сестра подозреваемого, помогавшая жертвам убийству по хозяйству. В пределе 15 тысяч надо было ему отдать. И из-за этого он пошел на это преступление. Выпили, еще раз выпили. Потом приехали, я уже понимаю, что мать с отцом. Я пришел к тому мнению, что сейчас их зайду, всех убью, забираем все, то, что есть. В первую очередь старшего семьи, потом тех, кто были справа. Толком я, кто были справа, я не рассматривал. Сколько было тоже их там, всех не помню. Помню, что в итоге человек 8 было. Убил всех. Мы зашли в дом, и начали что-то ценное искать. В общем, ценного ничего такого и не нашли. Там была приставка, но я ее увидела только, когда мы отъехали, уже не в доме были. Я забрала только телефон и нашла 1500. Все, что я забрала, и вышла с дома. А курточку забрал Иван, в которой находилось около 60 тысяч рублями российскими. Если вам понравился подкаст, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, надавите на колокол, чтобы не пропустить выход новых видео и подкастов, и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо.